165 лет назад, в 1856 году, в пятницу, 51-летний композитор Михаил Иванович Глинка уезжает из России навсегда и на границе совершает исключительный поступок. Вот что об этом говорит его сестра, чьи воспоминания опубликованы в журнале «Русская старина», Санкт-Петербург, 1870 год, том 2. 27 апреля 1856 года Михаил Иванович, уезжая из России в Германию, разделся на границе догола, до самого гола, бросил на землю платье, чтоб и духу русского с собой случайно не прихватить. Плюнул на русскую землю и крикнул: «Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей!» И шагнул под шлагбаум. Россию он действительно больше никогда не увидит. Он умер в Берлине.